С вами Дерек и Хиллари Уокер из Библейской церкви Оксфорда. И мы хотим поделиться с вами принципами молитвы, которые помогут вам преобразить вашу молитвенную жизнь, а также пребывать во дворах Божьих. Чтобы войти во дворы Божьи в молитве, мы должны обратиться к фундаментальному учению Иисуса Христа, молитве «Отче наш». Я люблю читать ее, это Евангелие от Матфея, 6 глава, начиная с 9 стиха. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Аминь. Это шаблон, порядок, который нам дал Иисус. Мы должны начинать с того, что входим во дворы Божьи. Мы не должны в первую очередь исповедоваться в своих грехах, но входить в Его дворы, светить Его имя. Мы отводим свой взгляд от проблем и фокусируемся на Боге. Мне нравится гулять в саду в 5 утра, когда еще темно. Тогда можно увидеть звезды на небе, иногда и луну. И ты думаешь: «О Боже, насколько Ты чудесен! Ты создал Вселенную, Ты создал меня в утробе моей матери, Ты соткал меня, Ты знаешь меня настолько близко, Ты мой Отец, благодаря нашему Господу Иисусу Христу. И также я говорю: Адонай, Ты мой Господин, Ты заплатил за меня, Ты искупил меня, спас меня от рабства греха, от ада и осуждения». Эль-Шаддай. Мне нравится одно выражение. По-моему, оно родом из Африки. «Бог, которого слишком много». Наш Бог, которого больше, чем достаточно, Эль-Шаддай. Мы читаем, что Бог поместил звезды на небо своими пальцами. Это дела Его пальцев, и это просто удивительно. Для Бога нет ничего слишком сложного. Для Него все просто. Это мы ставим ограничения для Него. Но когда мы входим в Его дворы, прославляя Его и поклоняясь Ему, наши сердца открываются для Его силы, которая высвобождается для нас. Наша хвала прокладывает путь от Бога к нашей ситуации, чтобы в нее могли прийти Его сила и Его благословение. Итак, на самом деле на иврите слово «хвала» связано со словом «сила». Когда мы хвалим Бога, Божья сила может приходить к нам. Слава Ему! Мы светим Его имя. Слово «светить» — это весьма старомодное слово. Иногда мы упускаем его значение. Это слово означает «освящать», «делать святым». Мы говорим: «Господи, Твое имя превыше всех других имен». Вот с чего мы должны начинать: с освящения Его имени. Сегодня мы поговорим о 8 Божьих именах в Завете, в которых Бог открывает Себя. Яхве, или Иегова, это Его личное имя в Завете для тех, кто знает Его через Завет. Он открывает Себя как Господь. Обычно это имя приводится как Господь. Он — Господь наш Целитель. Он — Господь наша Победа. Это Его имена в Завете. Иегова Нисси, Иегова Рохи. Мы хотим рассмотреть эти имена, потому что мы должны использовать их, когда освящаем имя Господне. На самом деле, в Римлянам говорится о великом исповедании христианства. Там сказано, что мы верим в сердце и исповедуем устами. Там сказано, что человек верит в сердце к праведности и исповедует ко спасению. Вера в сердце появляется в одно мгновение. И вы находитесь в состоянии веры, когда вы верите в сердце, что Иисус воскрес из мертвых, что Он Господь, вы полагаетесь на Него в сердце. Сказано, что мы верим к праведности. И когда вы поверили, вы получаете прощение, становитесь праведным перед Богом. Слава Богу! Но теперь нам нужно, чтобы Его жизнь и сила проникли в остальные части нашей жизни. Вот почему далее говорится об исповедании ко спасению. Мы должны начать провозглашать, исповедовать, каков Господь. Сказано, что мы исповедуем Иисуса Господом. Наше исповедание: «Иисус, Ты мой Целитель, Ты моя Победа, Ты мой мир».
Мы должны смело провозглашать, каков Бог. Мы должны светить Его имя в нашей жизни. Мы должны говорить: «Спасибо, Господь! Сегодня Ты моя победа! Сегодня Ты мой пастырь!» Когда мы исповедуем Господа, то исповедуем ко спасению. У нас уже есть отношения с Господом. Они навеки, они не изменятся. Но чтобы мы наслаждались всеми благословениями Божьими, мы должны провозглашать Его имя, благодарить Его. С этого и начинается наша молитвенная жизнь. Мы должны провозгласить Иисуса Господом каждой части нашей жизни. Давайте пройдемся по этим именам. Ведь если вы не знаете имени, вы не можете светить Его имя, хвалить Его имя. Первое имя, которое открывается нам, — Иегова Ира, Господь наш обеспечитель. Господь видит наперед и обеспечивает. На самом деле это означает «Бог целитель». Телесного проявления. Он Бог, который может дать ответы вашей жизни даже телесно. Не только духовно, но и телесно. Об этом говорится в Бытии 22 главе. Когда Авраам собирался принести в жертву Исаака, Бог сказал ему не делать этого, потому что у него был план. «И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими». Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Мы видим, что этот овен был Божьим обеспечением. Он должен был стать жертвой вместо Исаака. Это лишь небольшой пример Иегова Ира. И как мы увидим, Авраам получил откровение о чем-то большем. На самом деле, Бог открыл тогда Аврааму свою высшую жертву. Авраам был готов принести в жертву своего сына. Точно так же Бог на том же месте, на горе Мориа, принес в жертву своего сына, чтобы он стал финальной жертвой. Сказано, и нарек Авраам имя месту тому, горе Мориа. Господь обеспечит Иегова Ира. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Я дам вам перевод получше. На этой горе будет усмотрена она. Что она? Последняя жертва. Овен и Исаак были прообразами того, что Бог усмотрит жертву. Это откровение Иегова Иры. Фактически, это означает, что Бог явит своего сына. Сам Бог станет человеком, явится во плоти, телесно умрет за нас, став последней жертвой. Это высшее откровение Иегова Иры. Бог пришел в этот материальный мир и отдал своего Сына. Как сказано в послании к римлянам, Бог не пощадил ради нас своего Сына, как с Ним, и не дарует нам всего. Это Иегова Ира. Мы приходим в Его дворы, светим Его имя и говорим «Спасибо, Господи, Ты мой обеспечитель, спасибо, что восполняешь все мои нужды. Ты видишь каждую мою нужду в этой жизни, и Ты обеспечиваешь. Я благодарю Тебя, Ты Иегова Иры. Я провозглашаю, что Ты мой Господь, обеспечитель, и мы светим Его имя». Второе имя, которое также важно для нас, звучит так: Иегова Рафа, Господь мой целитель. Это Его имя. Это не просто упоминание о чем-то, что Он делает раз в столетие. Словно Он исцеляет иногда. Да, вроде иногда Он исцеляет. Это Его имя. Он наш целитель. В Исходе, в 15 главе, 22 стихе сказано, что они 3 дня шли и не нашли воды. Ты можешь представить себе жизнь в пустыне без воды? Это страшно. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мерра? И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой.
Там Бог дал народу устав и закон, и там испытал его, и сказал: «Я Господь, целитель твой». Знаете, эти горькие воды — это воды мира. Наши сердца могут наполниться горечью. Бог показал в тот день, что дерево, которое является прообразом креста, попав в эти горькие воды, сделало их сладкими. И благодаря кресту, пролитой крови нашего Господа Христа, благодаря тому, что Он умер за нас и понес наши грехи и болезни, мы получаем исцеление. Горькие воды становятся сладкими. У меня есть удивительная история, которая вдохновила меня. Было время, когда я ощущала ужасную боль во время еды. Но я хочу рассказать вам историю одной женщины. Она умирала от рака желудка. Она стала очень-очень слабой, лежала в кровати. От нее остались кожа да кости. Она не могла ничего есть. Она была крайне слаба. Ее голос был очень слабым. Один знакомый служитель пошел к ней. Он не славился исцелениями. Но он принес ей Слово Божье. Он сел возле ее кровати. Она сказала: «Я очень слаба, я не могу говорить». А он сказал ей: «Я хочу, чтобы ты начала прославлять Бога». Она сказала: «Ты не понимаешь, я очень слаба». Он сказал: «Нет, просто начни». Он ободрил ее. Он сказал: «Просто скажи: слава Господу! Слава Господу!» Она сказала: «Слава Господу! Слава Господу!» На протяжении 15 минут он продолжал ободрять, и она кричала «Слава Господу!» так громко, что ее было слышно в ближайших домах. Она сидела на кровати. Она не могла сидеть в кровати, она поднялась с нее. Затем этот служитель сказал ей, чтобы она начала есть. Она сказала: «Брат, ты не понимаешь, как только я съедаю что-то, у меня начинается рвота». Он сказал нечто смелое: «Перед тем, как съесть, скажи: когда я буду есть, еда будет оставаться внутри во имя Иисуса». Он сказал: «Даже если тебя вырвет, вытри рот и скажи: когда я буду есть, еда будет оставаться внутри». Он встретился с ней через 3 года. Она получила полное исцеление. Она была нормальной, она набрала нормальный вес. Она ходила и служила Господу. У меня было такое, что на протяжении 18 месяцев я не могла ничего есть, кроме сардин и печений, которые похожи на пенопласт. Я не могла пить молоко. Я могла есть лишь овсянку на воде. Это все, что я могла есть. Я 18 месяцев хотела съесть запеченную картошку. Я становилась все худее и худее. Но это была нездоровая худоба. Тем не менее, я говорила: «Я верю, что исцелена». После этого я съедала что-то, и через 6 часов боль усиливалась вдвое. Я думала: «Моя вера подвела меня. Я неудачница. Моя вера меня подвела». Но когда я услышала это свидетельство, то сказала: «Господи, я верю Тебе, Ты мой целитель. И когда я буду есть, мое тело будет принимать пищу, использовать ее и избавляться от нее без какой-либо боли». Первую неделю боль не прекращалась. Но под конец 2-й недели я поняла, что полностью исцелена. Я могла есть все. До этого я не могла есть ничего. Как и эта женщина, ты говорила: «Господи, ты мой целитель». Да. Она делала это: «Господи, ты моя сила, мой целитель. Я прославляю тебя и благодарю тебя за то, что ты мой целитель». Именно так. Это позволяет Богу работать. Мы должны знать имя Господа, светить Его имя. И тогда мы позволяем Ему, открываем путь для того, чтобы Он явил Себя. И когда мы благодарим, возносим жертву благодарения, мы подготавливаем для Него путь, чтобы Он явил Себя. Но Иисус сказал, что если мы отречемся от Него, Его имени, Он отречется от нас. А если мы будем чтить Его имя,
то это позволит Ему явить Свою славу в нашей жизни. Мы должны провозглашать: «Господь, Ты мой Целитель». И даже если вы чувствуете себя плохо в это время, вы почитаете Его, потому что вы показываете веру в то, что Он ваш Целитель. Независимо от того, что вы чувствуете, вы говорите: «Господи, Ты мой Целитель». «Иисус, Ты Господин моего тела. Ты мой Целитель». У нас также может болеть душа. «Господь, Ты Целитель моей души. Ты исцеляешь сокрушенные сердца. Исповедуйте Его». Я хочу сказать, что когда этой женщине сказали прославлять Господа, то это было последнее, что ей хотелось сделать. Она сказала: «Я слишком слаба, я не могу этого сделать». Но нужно начинать с того, что есть. И когда она начала делать это, то стала сильнее. Да. И затем она смогла возвысить голос. Да, она начала кричать. Господь наш Целитель, Он также наша победа. Это Иегова Нисси. Мы читаем об этом в Исходе 17 главе. Евреи столкнулись с амаликитянами. Моисей стоял на горе. И когда он поднимал посох, они побеждали. Но когда он уставал и опускал посох, они начинали проигрывать. В итоге друзья помогли ему держать посох. Они поняли, что происходит. Бог использует это как образ победы. Это ключ к победе. После того, как битва закончилась, они построили жертвенник на том месте. Они назвали этот жертвенник Иегова Нисси, потому что там Господь дал им победу и откровение о том, что Господь — наша победа. Иегова Нисси — буквально это «Господь — мое знамя победы». Когда вы держите знамя над собой, это знамя победы. Какой здесь урок? Этот посох Моисея представляет имя Господа. И пока они держали знамя, держали имя, Бог, который вывел их из Египта, Бог чудес, пока они держали имя Господа, они прославляли Его имя над этой ситуацией и побеждали в битве. Но когда они опускали Его, войска теряли силы, и враг начинал побеждать. Это откровение, и мы провозглашаем: «Господи, сегодня Ты моя победа, мы светим Твое имя, Ты Иегова Нисси. Ты моя победа. Ты мой успех. Ты идешь передо мною и борешься за меня». Когда мы светим Его имя, Бог дает нам силу и победу. Но мы должны держать имя. Если мы не будем держать Его имя, мы будем действовать по плоти. А по плоти амаликитяне были сильнее их. Скорее всего, они были лучше вооружены. По плоти они бы проиграли. Но пока они держали имя, они высвобождали Божью силу и победу в этой ситуации. Есть еще один случай, когда Моисей должен был держать посох во время перехода через Красное море. Это еще одно откровение. Бог сказал в Исходе, 14 главе, 13 стихе: «Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». В следующем стихе Бог говорит им идти вперед. Это два противоречивых повеления, но это не так. Они должны были стоять, чтобы увидеть спасение Господне. Здесь говорится о духовном зрении. Когда вы славите Бога, то должны видеть свою победу в Нем, прежде чем увидеть глазами. Вы должны увидеть себя в победе, точнее, победу Господа через вас. Вы должны стать и увидеть глазами веры спасение Господне, которое Он соделает нам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Вы должны увидеть, как Бог будет бороться за вас. А враг, кем бы он ни был, будет уничтожен. Вы должны увидеть это. И когда они стояли и видели это, Бог сказал: «Хватит, скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Видите, что происходит? В своей молитвенной комнате вы можете встать и увидеть Его спасение.
и тогда вы прославляете Его имя. И когда вы идете дальше, вы продолжаете славить Бога, благодарить Бога, возносить Его имя. Вы продолжаете говорить: «Спасибо, Господи, сегодня Ты моя победа». И когда вы будете делать это, то воды, мешающие вам, разделятся, и вы сможете пройти мимо них в воле Божией. Это и есть Иегова Нисси в вашей жизни. Но вы должны поднять имя Господа. Это открывает путь Его силе. Она приходит и убирает все преграды, слава Богу. Ну а еще одно чудесное имя — Иегова Шалом, Господь наш мир, наша полнота. Это книга Судей, 6 глава, 24 стих. «Господи, Ты мой мир». «Господи, что бы ни происходило вокруг меня, Твой мир покрывает меня, окружает меня. Ты делаешь мою жизнь полноценной. Все частицы моей жизни сходятся воедино. Ты мой мир». Еще одно имя — Иегова Цеткейну. «Господь, Ты моя праведность». Мне нравится, как сказано у Иеремии, «И вот имя Его, которым будут называть Его, Господь — оправдание наше, или наша праведность». А далее говорится: «В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему, Господь — оправдание наше». Здесь говорится о Божьем народе. Мы названы именем Божьим. Господь не просто праведен, Он наша праведность. Ты моя праведность. Когда вы приходите во дворы Божии, говорите: «Господи, Ты моя праведность. Я прихожу через праведность Иисуса Христа. Я выступаю против сатаны не своими силами, но силой Господа, праведности моей». Аллилуйя! Это чудесное имя, которое нужно провозглашать. «Господи, Ты моя праведность. Я прихожу через кровь Иисуса». Еще одно чудесное имя — Иегова Макадеш. В книге Левит Бог говорит: «Не бесчестите святого имени Моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас». Иегова Макадеш. «Господи, Ты освящаешь меня сегодня. Освети меня. Сделай меня подобным Иисусу. Слава Тебе». Также есть Иегова Шамма, «Господь там». Это книга Иезекииля, 48 глава. Название города Божьего — «Господь там». «Господи, Ты наполняешь меня сегодня Своим Духом. Твое присутствие покрывает меня сегодня». Иегова Шамма. «Ты избыток присутствия в моей жизни. Я вижу, как реки живой воды текут через меня. Ты Иегова Шамма, Господь, слава Божия, аллилуйя». А восьмое имя — Иегова Рохи. Я люблю повторять 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Так мы провозглашаем имя Господа, светим Его имя. «Господи, Ты мой пастырь, Ты ведешь меня, направляешь меня сегодня. Я не буду нуждаться. Ты поведешь меня на злачные пажицы. Ты позволяешь мне отдохнуть, когда я нуждаюсь в отдыхе. Ты кормишь меня на зеленых пажицах. Ты ведешь меня к водам тихим. Ты подкрепляешь душу мою, направляешь на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Иегова Шамма. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Иегова Нисси умастил елеем голову мою. Слава Богу! Чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в Доме Господнем многие дни». Что это? Мы светим Его имя. «Делайте это в начале вашего дня. Господи, я освящаю Твое имя. Господи, Ты Иегова Ира, мой обеспечитель. Спасибо, что обеспечиваешь меня во всех моих нуждах. Спасибо, что Ты мой целитель, Иегова Рафа. Спасибо, что исцеляешь меня и придаешь сил моему телу. Ты исцеляешь душу мою.
«Господи, спасибо, что Ты мой целитель. Господи, Ты моя праведность. Спасибо. Я стою перед Богом прощенный и праведный. Ты освящаешь меня. Твое помазание, Твой Дух Святой делает меня все больше и больше похожим на Иисуса. Спасибо, что освящаешь меня. Спасибо, что Ты мой мир. Спасибо, что сделал меня полноценным во всех сферах жизни, наполнил мою жизнь своим миром, довольством. Спасибо, Ты мой мир. Я исповедую, что Ты мой мир и мой обеспечитель. Спасибо, Господи, что Ты моя победа. Сегодня меня ждет победа. Я буду возносить имя Господа. Господь, Ты моя победа и мой успех. Я освящаю Твое имя и благодарю Тебя за то, что Ты моя победа. Я провозглашаю это и возношу Тебе славу. Я благодарю Тебя за то, что Ты восполняешь все мои нужды сегодня. Спасибо, что наполнил меня Своим Духом Святым. Святым Иегова Шамма. Господи, спасибо. Ты мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Ты ведешь меня на злачные пажицы. Я всегда буду с Тобою, Господь, и Ты защищаешь меня. Я принадлежу Тебе. Когда мы уделяем время хвале Его имени, то происходит нечто удивительное. Приходя во дворы Божии, мы оказываемся под сенью Всемогущего. Мы попадаем в тайное место, где Он рядом. Мы делаем это, когда светим и прославляем Его имя. И когда мы видим Его таким, как есть, мы начинаем видеть себя в Нем. Мы исцелены, мы овцы, о которых заботятся. Мы побеждаем благодаря Его победе. Мы праведны благодаря Его праведности. Мы исцелены благодаря Его исцеляющей силе. Его имя на нас. Мы исповедуем Его имя. Аллилуйя. Это лишь первая строка молитвы «Отче наш». Вот с чего мы начинаем. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». После этого вы готовы переходить к остальной части молитвы. Пусть Бог благословит вас. Хочу предложить вам набор исцеления. В него входит книга «Исцеляясь». В ней находятся пошаговые инструкции того, как вы можете получить исцеление. Но вторая сторона исцеления — это здоровье и долгая жизнь. Поэтому вторая книга называется «Ключи к долгой жизни». Нам нужно знать Божье обещание о долголетии, чтобы мы могли исполнить Его план для нашей жизни. И сегодня я предлагаю вам обе эти книги за 15 фунтов стерлинга. А еще в набор входят диски на эту же тему. Обычная стоимость одного диска — 20 фунтов, а сейчас все 8 за 15 фунтов. Итак, я предлагаю вам эти книги за 15 фунтов. Для заказа воспользуйтесь контактной информацией на экране.